когда мы загрузимся завтра, если мы будем стримить героев, я думаю, немножечко это точно будет, час, полтора-два. А, ну и пытаемся, либо, если он идет сам вниз, отпустить его и захватить эту ферму и контролировать центр. Либо, если он останется где-то на территории, убить этого героя, продвинуться к его замку и уже контролировать вот этот вот эти лапы грифона, так скажем. Хотя лично мне здесь ничего не нравится, это непосредственно замка. С другой стороны, этот замок будет хорошим оплотом, потому что к нему очень долго идти по пескам. Вот, просто таким приростом золота и всякого остального адского кала, например. Вот. Ну, первым, я думаю, будем вырезать красного некроманта, потому что у него здесь еще находится наша головоломка. Вот. А низ, как мне представляется, будет под контролем зеленого игрока, который уже начал, собственно говоря, выдвижение и всевозможные вылазки ближе к центральной части на запад. Вот. То, что происходит здесь, пока неизвестно. Но я думаю, кто-то здесь развивается. А развивается тут тоже зеленый, поэтому большая территория, видимо, под его контролем. На этом все. И, например, до скорого. Так. Герой все еще.